Бутово парк – один из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского городского округа. Периодически у жителей возникают проблемы, решать которые им помогает муниципальный депутат Алексей Валуев. Так, недавно после его обращения в управляющую компанию у первого подъезда дома номер 5 появился плавный съезд с пандуса, которым пользуются проживающие здесь инвалиды. Пандус существовал, а к нему асфальтовая отмостка, то есть проезд и спуск, отсутствовал. Тот, который был, не позволял нормально им пользоваться этим пандусом. И, собственно говоря, не были обеспечены условия для нормальной жизнедеятельности маломобильных групп граждан. Мной были написаны обращения, как от депутата, руководству ПИК «Комфорт» для взаимодействия и приведения данного пандуса в порядок, чтобы жители могли им нормально пользоваться. Микрорайон разделен на северную и южную части. Их соединяет пешеходный переход через Расторгуевское шоссе. Раньше, чтобы перейти дорогу, людям приходилось подниматься по земляному склону. В непогоду сделать это было довольно проблематично. Люди, естественно, к пешеходному переходу переходили прямо по газону. То есть траву сажали, ее затаптывали, люди падали в грязь и так далее. Вот. Ну, благодаря усилиям Алексея Юрьевича Валуева, нашего депутата, ступени восстановили, пешеходный переход нарисовали заново, сделали лежачие полицейские перед пешеходным переходом с обоих сторон. И в данный момент люди все довольны. Проблема существовала несколько лет. После обращения к депутату вопрос решился довольно быстро. Мной был вопрос, как раз этот решен с помощью заместителя главы Ленинского городского округа. Мы вместе обратились к застройщику группы компании ПИК, которые проводили здесь земляные работы, и добились того, чтобы они выполнили свои обязательства и сделали лестницу, которой теперь могут пользоваться все жители для того, чтобы переходить на другую сторону дороги. Теперь в условиях часто возникающего гололеда пешеходный переход стал гораздо безопасней. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.